Как всегда, не написано, какой цветочек. Вот еще один филодендрон какой-то. Гетеровидный, может. Не написано ничего. Цена хоть есть. Как маленькие розочки. Каланховец цветет. Желтенькая. Вот филодендрон. Вот название. Ага, вот он. Вот он. Нет, этот. А тут другая цена у этого. Вот тут другой фил. Вот этот. Вот. И тут другой фил. Ну какой пышный. Цены нет на него. Он бесценен. Тут антошки. Антириумы. Золотые антириумы. Малипусенькие, обычные, красные, отцветшие. Так, внизу. Это кто, стрелицы? Нет, это банан. Банан 527. Драцена какая-то. Окаймленный, что ли? Не знаю. Спатик. Они находятся в середине линии касс. Наши сотрудники всегда рады. Спатик 2,5. Приятных покупок. Вот это да. Вот это да. Вот большой филодендрон. Там маленький, а большой вот цена. 2,132. Монстерка большая. Простая. Вот цена 2,220. Вашановские цены тоже изменились. Так, вот тут 1,302 с патифилом. Хризантемка. А вот это вереск, что ли? Ага, вереск. 192. Бусинки. Бусинки почти 1000. Бусинки почти 1969. Алоэ замученная. Так, дальше что тут у нас? Юка. Драцена. Тут миксы пошли. Малипусечные совсем. Вот такие вот цены. Вот это кто? Малипусечная. Даже не возьмешь. Пеперами, что ли? Ну да. Мамочки, как искусственная. Боже мой, наперсток. Наперсток. Пеперомия, по-моему. Сухие все.
А вот какая красота цветет. Малипушечная красота цветет. Хорошенькие. Вот красивые какие. 642 рубля. Красавчики. Ну да, привиты они. Привит он верхний. Что тут пишут? Аэрофобия крестатная. Привит на вот этом вот. Ну, красиво смотрится. Цена тоже красивая. Ну и все. Тут больше нет выбора никакого в Ашане. Ну все, пока. Вот и весь обзор цветочков в Ашане. Пока-пока.